братства. Слава Господу, братья и сестры! Слава Богу, что мы изъявили желание сегодня прийти в Дом Господний, прославить Его имя, послушать, что сегодня Господь приготовил для каждого из нас. Я думаю, что Господь приготовил сегодня пищу для нас, для каждого сердца, для каждой души, которые пришли на это место. Аминь. Аминь. Давайте приготовим наши сердца, откроем наше сердце для Господа. Сейчас мы вставши, начнем наше служение со славословия Господу. Иисуса имя сладко мне. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Страдальцам славное имя то, все уста, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Нет слов, чтоб выразить вполне, все уста, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Бог меня отыскал. Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибну тьму. Но Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог. Но Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог. Он дал мне жизнь свою, освободил от оков. Славу Ему пою, славу во веки веков. Но Он дал мне жизнь свою, освободил от оков.
веков, славу Ему пою, славу во веки веков, но Он дал мне жизнь свою, освободил от оков, славу Ему пою, славу во веки веков. Он есть мой лучший друг, с ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не тая, любит Иисус меня. Но Он есть мой лучший друг, с ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не тая, любит Иисус меня. Но Он есть мой лучший друг, с ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не тая, любит Иисус меня. Даже если беда, рядом Христос всегда, любовью меня хранит, мое упование ищет. Но даже если беда, рядом Христос всегда, любовью меня храни, мое упование ищи. Но даже если беда, рядом Христос всегда, любовью меня храни, мое упование ищи. Слава Богу, братья и сестры. У нас сегодня особенный день, когда мы вспоминаем смерть Господню, которая очень важна для нас, потому что благодаря этому мы живем, благодаря этому мы ожили и будем жить. Это особенный день, когда Иисус Христос послужил нам, людям, и послужил до последней капли крови, если так можно говорить, отдав свою жизнь. И служение – это великая как бы часть христианской жизни. Есть три главные вещи в Писании, которые можно разделить. Это оправдание, освящение и служение. И так само сегодня присутствует хлеб, вино и тазики, или полотенце, как символ служения. Я прочитаю место Писания, которое мы все знаем, но которое нам нужно для как бы обновления, для того, чтобы вспомнить еще раз это место. Я его прочитаю. Это Иоанна, 13 глава. С 1 по 17 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю? Теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весть, и вы чисты, но не все».
ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Это не было просто, что Иисус Христос захотел, взял, помыл какое-то маленькое. Это очень большое служение, и оно очень важно. Очень важно в жизни каждого человека. Потому что мы по сути своей, по природе своей плотской, горды. Нам хочется властвовать над кем-то, нам постоянно хочется быть повыше. Мы видим, когда ученики были еще до того, как Христос умер, так сказать, до этого периода. Они что делали? Они спорили, кто из них выше в Царстве Небесном сядет. Они не спорили, посмотрите, как бы хорошее дело, благое дело. Они не искали быть лидерами банды какой-то, они не искали каких-то там языческих царств быть царями. Они в Царстве Божьем хотели. Но господствовать там. Иисус Христос говорит, это от природы, от плотской идет. И нам надо бодствовать, чтобы этого не было в Церкви Божьей. Иисус Христос показал, говорит, что мы должны служить друг другу. Церковь тогда сильна, когда она гармонична, когда она служит друг другу, а не господствует друг над другом. Ученики, мы видим в этом, что они это хотели. Они это искали до того, как обратились через Дух Святой. И Иисус Христос очень сильно показал на это, потому что Он еще и раньше говорил о том, что говорит, цари господствуют, а у вас так пусть не будет. И я не знаю, насколько правда это или нет, но что они должны были, когда прийти на вечерю, должны умыть были ноги, но каждый считал, что это унизительно, и искал, кто бы это сделал для них. Иисус Христос это для них сделал. И Петр начал воспрепятствовать, говорит, нет, только не ты, пусть кто-нибудь другой, но только не ты, Иисус. А он говорит, если я, Господь и Учитель, это делаю, вы должны делать это друг другу. Чтобы была гармония, чтобы мы служили каждый тем даром, каждый тем служением, которое нам Господь дал в церкви. Не господствуя, но в гармонии. К этому призывает Писание. Тогда церковь сильна, тогда она горит, тогда она мощна. Потому что если у нас чисто плотское наше проявляется, и мы пытаемся как бы для Царства Божьего что-то сделать через господство, оно успеха не принесет. Это плотские усилия. Хотя, может быть, и хорошие. Когда мы вспоминаем, еще хочу один момент сказать, наше служение, это то, что есть... Что такое служение? Служение – это когда мы делаем что-то тому, кто в этом нуждается. Когда кто-то в чем-то нуждается, и мы это помогли, сделали, послужили. Маленьким или большим, это разницы нет. Когда мы вспоминаем притчу о добром самарянине, то мы помним о том, что там три категории было помогающих. Один прошел мимо нужды, другой пришел, поинтересовался, но ничего не сделал. А третий пришел и восполнил нужду погибающего. Иисус Христос показал на этого, который помог, который исполнил. Говорит, хорошо, когда вы знаете, но хорошо, когда вы исполняете. Поэтому, дорогие друзья, то служение, которое мы сейчас будем делать, омовение ног, оно очень важно. Оно указывает на очень большую часть Священного Писания, которая очень много говорит
о том, что мы должны служить друг другу. Пусть Господь благословит нас. И у нас вот здесь, вот, где общие, ну, где свадьбы делают, кафетерии, там братья будут, а сестры будут возле женского туалета, там комната есть. Тоже все приготовлено. И похоже, я не знаю, не уверен, потому что мы пробовали, не было теплой воды. Возможно, придется прохладный. Так что извините, но чуть-чуть. Но ничего, я думаю, что мы это не есть критично. И начиная наше богослужение, давайте мы преклонимся пред нашим Господом. Попросим Его, чтобы Он благословил нас на этом служении, чтобы Он благословил нас в жизни нашей, не проходить мимо нужды, но видеть и служить друг другу и миру. Да благословит нас Господь. Аминь. Владыка жизни, Господь, хвала и слава Тебе. Ты Бог наш, Господь мой. Ты дал нам пример, Господь мой, служение, как Ты служил, Господь. Ты пришел для того, чтобы не Тебе служили, Господи, но чтобы послужить нам, Господь. Дай нам стать также служителями друг для друга, Господь Иисус. Прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Дай, чтобы наше все плотское, которое еще, Господи, остается в нас, Господь мой, чтобы оно было удалено и побеждено Духом, Господи Иисус. Чтобы мы были духовны, Господь мой. Чтобы мы жили по Духу, Господь Иисус. Бог мой, в нас еще много, Господь Иисус. Прошу Тебя, освети нас, Господи, Словом Твоим, Господи, и исполнением Писания Твоего, которое Ты нам даровал, Господь мой. Нам уразуметь, Господи, более глубже, Господи, то учение, которое Ты нам оставил, Иисус. Прошу Тебя, благослови, Господь. Дай нам, Господи, быть внимательнее друг от друга, Господь, Господи. Благослови, Иисус, во имя Иисуса Христа просим Тебя. Господь, благослови это собрание, которое мы сейчас собрались, Господь мой. Благослови его, Господи, будь среди нас, Господь мой, Духом Твоим, Господи, и научай нас, Господи, вразумляй, Господи, обличай, Господь мой. Я благодарю, Господи, что Ты это делаешь, Господь Иисус, направляешь нас, Господи, исправляешь нас, Господь. Благослови, Иисус, Господи. Благослови, Господи, те, которые будут говорить, Господи, которые будут служить, Господи, Господи, благослови. Благослови те, которые петь, Господь мой. Нас слушающих благослови, Иисус, Господь. Тебе слава, Тебе да прибудет, Господь мой. Во имя Иисуса Христа просим Тебя, Господь. Также просим Тебя служение омовений ног. Благослови, устрой, Господи, Бог мой. Чтобы через это нам еще глубже и глубже разуметь, Господь мой, истины Твои, Божие, Иисус, Господь. Благослови нас, чтобы мы не забывали об этом, Иисус, Господь. Господи, когда будет нужда, Господи, не проходить, Иисус, Господь. Не быть, Господи, Боже, даже интересующимся, Господь мой, но быть исполнителями Слова Твоего, Господи, Судьба. Благослови нас, Господь, ибо Ты наш Бог, Тебе слава и хвала да прибудет. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Сейчас есть возможность, кто будет участвовать в the feet washing, вы можете проходить. So anybody who is participating in the feet washing, please make your way. For everybody else, я буду на английском читать, я извиняюсь, но вы можете сидеть или читать со мной, слушать. Matthew chapter 25, Матфея 25 главы, и дальше буду читать. Пока братья и сестры будут делать feet washing, мы будем читать Matthew chapter 25 through 28. Then the kingdom of heaven will be compared to 10 virgins, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were prudent.
So when the foolish took the lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil and flasks along with the lamps. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. But at midnight, there was a shout, "Behold, the bridegroom, come out and meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. The foolish said to the prudent, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the prudent answered, "No, there will not be enough for us and you too also. Go instead to the dealers and buy some for yourselves." And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with them to the wedding feast, and the door was shut. Later, the virgins also came, saying, "Lord, Lord, open up for us." But he answered, "Truly I say to you, I do not know you. Be on alert then, for you do not know the day nor the hour. For it is just like the man about to go into the journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. Immediately the one who had received the 5 talents went and traded with them and gained 5 more talents. In the same manner, the one who had received 2 talents gained 2 more. But he who received the 1 talent went away, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received the 5 talents came up to him and brought 5 more talents, saying, 'Master, you have entrusted 5 talents to me. See, I've gained 5 more. His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, but I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Also, the one who had received the 2 talents came up and said, "Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have gained 2 more talents. His master said, "Well done, good and faithful slave. So you were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." And the one who had also who had received the 1 talent came up and said, "Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you had not scattered seed. And I was afraid and went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours." But the master answered him and said, "You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I do not sow and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival, I would have received my money back with interest. Therefore, take away the talent from him and give it to the one who has 10 talents. For to the one who has more shall be given, and to the one, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. Throw out the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. But the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him. Then he will sit at his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on the right, 'Come, you who are blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you have given me something to eat. I was thirsty, and you have given me something to drink. I was a stranger, and you invited me. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. And I was in prison, and you came to me.' Then the righteous will answer, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you as a stranger and invite you in, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and come to you?' The king will answer and say to them, 'Truly I say to you, to the extent that you did this to one of these brothers of mine, even the least of them, you did also to me.' Then he will say to those on his left, 'Depart from me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you had given me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me.' Then they themselves will also answer the Lord, 'When did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not take care of you?'
And he will answer them, "Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of these least of to the least of these, you did not do it to me." These will go away into the eternal punishment, but the righteous into eternal life. Chapter 26. Then when Jesus had finished with all these words, he said to his disciples, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man is to be handed over for the crucifixion. And the chief priests and the elders of the people were gathered together in the court of the high priest named Caiaphas. And they plotted together to seize Jesus by stealth and kill him. And they were saying, 'Not during the festival, otherwise a riot might occur among the people.' And when Jesus was in Bethany at the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster veil of very costly perfume, and she poured it out on his head as he reclined at the table. But the disciples were indignant, and they saw this and said, 'Why this waste? This perfume might have been sold for a high price and the money given to the poor.' But Jesus, aware of this, said to them, 'Why do you bother the woman? For she has done a good deed to me. For you always have the poor with you, but you do not always have me. For when she poured out this perfume on my body, she did it to prepare me for the burial. Truly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will be spoken of her in the memory of her.' Then one of the 12, named Judas Iscariot, went to the chief priests, and he said, 'What are you willing to give me to betray him over to you?' And they weighed out 30 pieces of silver to him, and then he began looking for a good opportunity to betray Jesus. Now, on the first day of the unleavened bread of the disciples came to Jesus and asked, 'Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?' And he said to them, 'Go into this certain city, and a certain man, say to him, the teacher says, my time is near. I am to keep the Passover at your house with my disciples.' And the disciples did just as Jesus directed them, and they prepared the Passover. Now, when evening came, Jesus was reclining at the table with the 12 disciples. As they were eating, he said, 'Truly I say to you that one of you will betray me.' Being deeply grieved, they each one began to say, 'Surely not I, Lord.' And he answered, 'He who has dipped his hand with me in this bowl is the one who will betray me. Son of Man is to go out just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born.' And Judas, who was betraying him, said, 'Surely it is not I, Rabbi.' And Jesus said to him, 'You have said it yourself.' While they were eating, Jesus took some bread, and after blessing it, he broke it and he gave it to his disciples and said, 'Take, eat of this body. This is my body.' And when he had taken a cup, he had given thanks to them, saying, 'Drink from it, all of you. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins. But I say to you, I will not drink of this fruit of the wine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom.' After singing the hymn, they went out to the Mount of Olives. Then Jesus said to them, 'You will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike down the shepherd, and all the sheep of the flock shall be scattered. But after I have been raised, I will go ahead of you to Galilee.' But Peter said to him, 'Even though all may fall away because of you, I will never fall away.' Jesus said to him, 'Truly I say to you that this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times. Peter said, 'Even if I have to die with you, I will not deny you.' All the disciples said the same thing too. Then Jesus came with him to a place called Gethsemane, and said to his disciples, 'Sit here a while, go there and pray.' And he took with him Peter and two of the sons of Zebedee, and he began to be grieved and distressed. And he said to them, 'My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me.' And when he was a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, 'My Father,
If it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. And he came to his disciples and found them sleeping and said to Peter, so you men could not keep watch with me for 1 hour? Keeping watch and praying that you may not enter into temptation. Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away again a second time, praying, saying, my Father, if this cannot pass away, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done. Again, he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. And he left them again, and he went away and prayed a third time, saying the same thing once more. Then he came to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of the sinners. Get up, let us get going. And behold, the one who betrays me is at hand. While he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, came up and accompanied him with a large crowd with swords and clubs, who came from the chief priests and the elders of the people. Now he who was betraying him gave him a sign, saying, whomever I kiss, he is the one. Seize him. Immediately Judas went to Jesus and said, hail, Rabbi, and kissed him. And Jesus said to him, friend, do what you have come to do. Then they came and laid hands on Jesus and seized him. And behold, one of those who were with him, with Jesus, reached out and drew his sword and struck the slave of the high priest and cut off his ear. Then Jesus said, put your sword back into its place, for all those who take up the sword shall perish by the sword. Or do you think that I come, or do you think that I cannot appeal to my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? How then will the scriptures be fulfilled, which say that it must happen this way? At that time, Jesus said to the crowds, have you come out with swords and clubs to arrest me as you would against a robber? Every day I used to sit at the temple teaching, and you did not seize me. But all this has taken place to fulfill the scriptures of the prophets. Then all the disciples left him and fled. Those who had seized Jesus led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were gathered together, but Peter was following him at a distance as far as the courtyard of the high priest, entered in and sat down with the officers to see the outcome. Now the chief priests and the whole council kept trying to obtain false testimony against Jesus so that they may put him to death. They did not find any, even though many false witnesses came forward, but later on two came forward and said, this man stated, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days. The high priest stood up and said to him, do you not answer? What is this that these men are testifying against you? But Jesus kept silent, and the high priest said to him, I adjure you by the living God that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. Jesus said, you have said it yourself. Nevertheless, I tell you, hereafter, you will see the Son of Man sitting at the right hand of power, coming in the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, he has blasphemed. What further need do we have of witness? Behold, you now have heard the blasphemy. What do you think? They answered, he deserves death. Then they spat on his face and beat him with their fists. And others slapped him and said, prophesy to us, you Christ, who is it the one who hits you? Now Peter was sitting outside the courtyard, and a servant girl came to him and said, you too were Jesus. You too were with Jesus the Galilean. But he denied it before all of them, saying, I do not know what you're talking about. When he had gone out of the gateway, another servant girl saw him and said to those who were with him, this man was with Jesus of Nazareth. And again he denied it with an oath, I do not know that man. A little later, the bystander came up and said to Peter, surely you two are one of them, for even the way that you talk gives you away. Then he began to curse and swear, I do not know the man. And immediately a rooster crowed. And Peter remembered the words which Jesus had said, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went away and wept bitterly. Sure.
Слава Господу! Я думаю, все уже подошли. Давайте мы встанем, прославим нашего Господа. Тебя, мой лучший друг, мой любящий Спаситель. Тебя, мой лучший друг, мой любящий Спаситель, хочу прославить я от всей души. Ты возлюбил меня, мой дивный Избавитель, ты был со мной и в буре, был со мной в тиши. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Вернул ты мне любовь, которая остыла, зажег светильник мой, когда угас. Теперь у жизнь в душе иная наступила, и слезы радости текут из моих глаз. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Теперь веди меня ты сам своей рукою, тебе хочу от сердца я служить. Пошли мне больше сил остаться лишь с тобою, ведь скоро ты придешь, дай только свято жить. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Слава Господу! Присаживайтесь, пожалуйста. Брат Олег сейчас исполнит пение, затем сестра с миссионерской школы также исполнит пение, и будем слушать проповедь. Пусть Бог благословит. Сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Иисус мой Господь.
Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, я вижу тебя на кресте, избитым терновым венце. Пронзить дал ты руки и ноги свои, меня, чтоб спасти от вины. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет. Так часто я вижу тот день Голгофы кровавую тень, склонясь у креста, я милость нашел, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, хоть минуло с этой казни так много лет.
Я прочитаю одно место, которое, я думаю, что вам очень известно. Я очень люблю перечитывать время от времени это послание евреям. Оно очень много такое пропитано определенными глубокими доктринами,
letter, and this is a letter I read very often. You guys know it very well, and it has a lot of depth. Это 9 глава Евреям. We're going to look at Hebrews, chapter 9. С 11 стиха. 11th verse. Но Христос – первосвященник будущих благ, пришедший с большей и совершенную скинию, нерукотворенно, то есть не такого устроения. И не с кровью козлов или тельцов, но со своею кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через закропление освящает оскверненных, дабы было чисто тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо если завещание, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Поэтому и Первый Завет был утвержден не без крови. Вот это один кусочек из послания евреям. One section of the letter of to Hebrews. Если мы читаем и просто читаем, and we read and we dwell on it, может быть, не всегда нам открывается смысл написанного. We don't always comprehend the deep meaning behind all the written. Но когда, как написано, исследуйте Писание, и когда мы пытаемся исследовать его, the scriptures say to study it, and then when we begin to do that, нам открывается больше и больше смысла. We start understanding more deeper meanings. Удивительно то, что для нас, как для человечества, we as humanity, был второй шанс, или дан второй шанс. We were given a second chance. У дьявола второго шанса не было. For Satan, he did not have a second chance. Первым не согрешил человек. Первым не согрешил человек. Первым согрешил дьявол. The first to sin was not human, but it was Satan himself. То есть первым вообще, насколько для нас известно, for согрешил дьявол. As much as we know, the first to commit sin was Satan. И после его греха больше никакого прощения нет. And after his sin, there was no forgiveness. То есть для дьявола прощения не существует. For Satan, there's not in existence salvation. Некоторые люди говорят, что, ну, так рассуждают, поэтому он такой злой, что у него нету прощения, нету шанса на прощение. Some people think this is why he's so wrathful is because he has no second chance. Может быть, я не пытаюсь это утверждать. Perhaps I don't want to really emphasize that. Но в отличие от дьявола, у нас есть шанс для покаяния. In difference to Satan, we have an opportunity for repentance. Тогда, когда дьявол еще был на небе, он был один из трех главных ангелов там. When Satan was in heaven, he was one of the three main angels. И когда он согрешил, when he committed sin, он был изгнан с неба. He was cast down from heaven. И нету прощения. And нету, no forgiveness. Нету возможности даже для покаяния. No opportunity for repentance. Когда согрешил человек, when a human being committed sin, у Бога уже был план, как его реабилитировать, как его спасти. Already had a plan how to save this individual. И это было предназначено через кровь Иисуса Христа. And this happened to be in the future through the blood of Jesus Christ. Если бы Иисус Христос не согласился искупить нас искупить, if Christ did not have an agreement to redeem us, у нас не было бы шанса для спасения и прощения. We would not have an opportunity to be saved or for repentance. Почему так Бог сделал? Why did God allow this to happen? Мы не знаем, потому что Бог суверен. We do not know. We just know that God is sovereign. Он принимает такие решения, какие Он считает нужными. He makes the decisions that He considers necessary. Но удивительно то, что Его Сын согласился с этой волей, с волей Божьей. Unique to everything is the fact that His Son agreed
and desire to fulfill the will of the Father. То есть прийти на землю, пострадать, умереть и искупить нас. He agreed to come down to earth, he agreed to die and to redeem us. Поэтому перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы немножко, ну, проследить и поговорить о преимуществах завета со Христом. Before we will pray and participate in communion, I want to look at the preeminence we have of the union with Christ. Я кратко прочитаю, что такое завет. In shortness, we're going to share what a testament or a covenant is. Завет — это союз, договор, контракт, соглашение, с помощью которого строится взаимоотношение. A covenant is a union or agreement or something written down with through which a relationship is built. Между людьми, между народами или Богом. This could be built between human beings, between nations, or between God and man. И люди, вступая в завет, обязаны исполнять свои условия. People that enter a covenant must fulfill the conditions that they agree to. И все самые сильные заветы во всей истории, all the strong covenants that happened to exist, они были основаны на крови. They were founded on the blood. Всегда. Always. Если даже вы немножко изучали демонологию, if you guys ever studied the topic of demonology, то есть это все то, что связано с дьяволом, с его работой, с его атаками, со всем, что делает он. This is a class that is taught, or все самые сильные колдовство, которые используются. About the dark powers, about Satan, about оно все основано на крови. It's all founded on blood. Дьявол часто копирует то, что делает Бог. Very often Satan copies what God has ordained. И самое сильное, что Бог сделал для нас. One of the most vital and powerful things that God has done for us. Он заключил новый завет. He has made a new covenant. Который был основан на его крови. And this covenant was founded on the blood, on his personal blood. И этот завет очень сильный. And this covenant is very strong. Если вы помните в истории, разные племена для того, чтобы не ссориться или выиграть войны, они заключали кровные заветы. Before nations would be at war and to take away war, they would make covenants between each other. Поэтому здесь и написано у евреев, если вы читаете, очень много написано о крови, о завете, об обетованиях. In Hebrews we find so much written about the blood, about covenants, and about promises. Я прочитаю буквально несколько стихов. Couple of verses. И не с кровью козлов или тельцов, но со своею кровью. Однажды вошел он во святилище и приобрел вечное искупление. So not with the blood of goats and cows, but with his own blood he entered the most holy place once and for all. То есть он пришел со своей кровью. He came with his own blood. И искупил нас всех. And he redeemed all of us. Если бы он этого не сделал, if he did not fulfill this, у нас не было бы шанса, точно так же, как у дьявола, для спасения. У нас нету шанса. Zero. We would be in the same category, saying we would not have an opportunity to be saved. Like, иногда мы этого недопонимаем. Sometimes we don't comprehend this. Иногда мы это недооцениваем. Sometimes we don't value this. Очень часто мы к этому привыкаем. Very often we get used to these. Мы привыкаем к тому, что мы спасены. We get used to the fact that we're saved. Мы привыкаем к тому, что если даже мы согрешим, мы всегда можем прийти к Богу и покаяться. We get accustomed to the fact that we can always repent if we sin. Но даже в Старом Завете это было намного сложнее, чем сейчас. But even in the Old Testament, this was a very long process and it was very difficult to commit. Представьте себе, если вы согрешили в Ветхом Завете. Can you imagine committing sin in the Old Testament? Вам надо принести жертву, you would have to bring an offering, которая будет вам стоить. That would cost you. Представьте себе, что у вас там 10 овец. Can you imagine you have 10 sheep? Ну, 20, 10 овец, сколько у вас есть? 20, 10, how much you have? Сейчас примерно овечка стоит $250-$300, примерно по ее цене. Right now, one sheep could cost $200-$300. Вы согрешили? You committed sin? Вам надо принести хотя бы овечку. You have to bring at least. Вы заплатили $300, вы потеряли. You paid $300, you lost $300. Бедные люди иногда просто приносили в жертву там или горлицу, или там голубя, какую-то птицу. Poor people would bring a dove or another kind of bird as an offering. Но это всегда что-то стоило. But there was always a price associated.
То есть человек платил какую-то цену, даже своим имением, принося в жертву. A person always paid a price, especially concerning possessions. Сейчас нам не нужно этого делать. Right now we currently are not doing these things. Потому что принесена более высшая жертва, которая удовлетворила справедливость Бога. Because a far higher price was paid and it fulfilled the справедливость Бога. It fulfilled the fairness of God. И мы к этому уже привыкли. Представьте себе, если бы мы вот за этот месяц, сколько мы сделали грехов. Нам пришлось заплатить бы, может быть, несколько тысяч долларов каждый месяц. We would have to pay a price of several thousand dollars. Мы согрешили, нужно привести жертву. We commit sin, we have to bring an offering. Мы бы, я думаю, устали даже от этого. And I think we would have grown weary from such things. Я читаю еще одно место. Another place that we can read. 1 Коринфянам, First Corinthians, вы хорошо его знаете, 11:26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть каждый раз, когда мы делаем хлебопреломление, every time when we, commit to communion, мы возвещаем смерть Господню. We proclaim the Lord's death. Почему это важно? Why is it so vital? Как можно радоваться смерти? How can you rejoice over a death of a person? Мы когда присутствуем на похоронах, люди печальны. When we go to funeral processions, мы кого-то хороним. We are losing somebody. Мы кого-то теряем. We are burying someone. А здесь смерть Here, это радость. Death is joy. Почему? Потому что и написано, чтобы мы делали, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Дело в том, что пока не пролилась кровь Иисуса Христа, у нас не было бы шансов спастись. Тем более нам, язычникам. Вы знаете, у еврейского народа есть свои там преимущества. You know, Hebrews, they had specific, у нас их не было. We did not have them as Gentiles. Поэтому, когда пролилась кровь, when the blood was shed, все, Новый Завет. A new covenant was formed. И мы имеем право войти в этот Завет. And we have the chance to enter into this covenant. И когда мы причащаемся, вот даже сегодня, от Его крови, when we have communion, with the blood of Jesus, мы снова и снова входим в завет с Ним. We have an opportunity to continue to enter into the covenant. В заветные отношения с Богом. Into the covenant relationships with God. С Иисусом Христом. With Jesus Christ Himself. Поэтому написано, что когда вы это делаете, вы смерть Господню возвещаете. It says, when you do these things, you proclaim the death of the Lord. И написано, и когда мы это делаем, да испытывает себя человек, чтобы нам достойно участвовать. And scriptures also says to test one another to see if we are worthy to participate in communion. 31 стих. Если бы мы судили сами себя, то мы не были бы судимы. Verse 31. For if we judge ourselves, we would not be judged. Бог хочет, чтобы когда мы участвуем в хлебопреломлении, God wants us, when we participate in communion, мы могли исследовать себя. We could, judge ourselves, проверять себя. We can examine ourselves, если есть какие-то у нас согрешения, if we have, shortfallings in sin, или пороки, and, или мы чувствуем, что совесть нас судит, we feel that our conscience condemns us. У нас есть огромное право. There is a big right that you приходить have к Иисусу Христу, to come to Jesus Christ, просить прощения, you can ask for forgiveness, и на основе этого завета, пролитой крови, on the foundation of the covenant of the shed blood, у нас есть право получать прощение. We have the right to receive forgiveness. Но если мы не будем судить себя, if we are not gonna judge ourselves, если мы не освящаемся, if we are not being sanctified, не проверяем свою совесть, we are not checking our conscience, Бог начинает судить нас. God starts judging us. Знаете почему? Do you know why? Потому что мы в завете. Because we are under covenant. В завете есть взаимные условия, взаимные условия. Being in covenant, there is, если мы говорим, я тебе буду верен, но я не верен, contractual terms, if you say you're faithful and you are unfaithful, есть последствия моей неверности. There is consequences for my unfaithfulness. Но если я, Бог настолько милостив к нам, but God happens to be so merciful to но us, если я понимаю, что
я виновен пред Богом. And I understand that I'm guilty before God. И я прихожу на основе пролитой крови и прошу прощения у Бога. If I come to God on the foundation of the shed blood and Бог говорит, я тебя не сужу. God says I will not judge you. Потому что ты судишь себя, осуждаешь свой поступок. Because you yourself condemned yourself. Ты каешься в этом. You repent in that. И я пролил свою кровь за тебя, чтобы простить тебя. And I shed my blood to forgive you. Поэтому Бог хочет, чтобы мы всегда приходили, испытывая себя. God always desires that we come and we examine ourselves also. Смотрите, что здесь написано. 14 стих. Но тем более кровь Христа, который Духом Святым, это 14 стих, принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для служения Богу живому и истину. Это 14 стих, 9 глава Евреям. То есть Бог, Он обещает, что я очищу вашу совесть от мертвых дел God для служения says, Богу. I will cleanse your conscience from the dead works to serve a living God. И следующий стих написано, Он есть ходатай нового завета. In the next verse we see He is a mediator of the new covenant. То есть новый завет. New covenant. И Бог верен в своем завете. And God remains faithful in the covenant that He has made. Я не хочу идти слишком глубоко, потому что время наше идет. Я хочу в течение 5-7 минут закончить. I don't really want to go so deep to lose all the time. Я еще раз хочу напомнить, что Бог очень благ к нам. I want to remind every individual here that God is very good to Я по себе скажу, я часто привыкаю к благости Божьей. Very often I find myself getting used to the fact that God is good. Я понимаю, насколько Бог милостив. I understand how God is merciful. Но поверьте, Бог не хочет, чтобы мы привыкали к Божьей благодати. И для God's этого grace. Существует вот время, когда мы можем переоценить, насколько мы тяжело достались Иисусу Христу. And I think this is a very important time that we examine what was the price paid for Christ to obtain us. Потому что сейчас нам for us right now, currently, это не стоит так дорого, как стоило даже тогда. It doesn't cost us as much as it cost before. И это только покрывало грехи. And it only just covered the sins. Сейчас мы получаем полное прощение наших Here, грехов. We receive the full forgiveness. Я прочитаю еще один стих, Евреи, 4 глава, 15 chapter 4, стих. Chapter, verse 15. Ибо мы имеем такого первосвященника, который... Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот этих два стиха. Two verses. То есть мы имеем первосвященника, который является Иисусом Христом, We have что a high мы можем приходить к Нему. Who happens to be Jesus Christ, and we can draw near to Him. Приходить с дерзновением написано. It says we can come to Him with boldness. С дерзновением это как бы со смелостью. And it's as if with bravery. То есть мы можем рассчитывать на то, что мы можем получить благодать от Него. We can consider that we will receive help and Мы можем рассчитывать, что мы получим, написано, милость и обрести благодать Его. We can account that we will receive grace and receive His mercy. Поэтому да приступаем, написано, чтобы получить эту помощь. This, therefore, it says, step forward to receive that help. Поэтому, если даже прежде, чем мы приходим к хлебопреломлению, к участию, and before we even participate in communion, пускай это будет хорошим напоминанием для нас. Let it be just a great remembrance for us. Возможно, нам это ничего не стоило. Maybe it didn't cost us anything. Но Иисусу Христу это стоило жизни. But it cost the life of Jesus Christ. Но Он очень хочет, чтобы мы ценили Его жертву. He desires that we do value His sacrifice. Я помню, я когда-то пришел на исповедь. I remember coming to confession. И мне понравилось, как сказал пастор мне одну вещь. And a pastor told me one thing, I really liked it. Он говорит, ты знаешь, как это радует Иисуса Христа? He says, you know how rejoicing Christ is currently. Я сначала не понял, думаю, что может обрадовать Бога, когда я прихожу в исповеди, в покаяние перед Богом? And I thought to myself, я его огорчил. Why would God be happy that I'm coming to confess my sins and my shortcomings? И он мне сказал очень интересную мысль, которую я до сих пор помню. And he shared a thought with me that I remember to this day. Он говорит,
Он радуется тому, что его кровь была не напрасно пролита. Ты в ней нуждаешься. Shared that he rejoices the fact that his blood was not shed in vain, and you are in need of his. И ты можешь уйти прощенным. You can feel that you are forgiven. Поэтому мы всегда можем приходить к престолу благодати. We always have the opportunity to come to the throne of grace. Поэтому, когда мы сегодня через несколько минут будем молиться, and in a couple of minutes we will be praying. Когда мы, исследуя свое сердце, when we examine our heart, открывайте свои желания перед Богом. It says, open up your heart and pour out your desires before God. И если что-то вас смущает, if something is bringing doubt, мы всегда можем приходить к престолу благодати. We always have the opportunity to come to the throne of grace. Мы в завете с Ним. We are in covenant with God. И если мы, написано, иногда бываем неверны, in the scriptures it says, if you happen to be unfaithful, Он пребывает в вере. He continues to be faithful. Он говорит, он себя отречься не может, Бог, своего слова. In the scriptures it says that God cannot, he cannot deny it himself. Yeah, he cannot deny himself. Thank you. То есть мы приходим к Богу. We come to God. И Бог нас прощает. And God gives us forgiveness. Потому что Он верный. Because He remains faithful. И последнее место, которое прочитаю, и мы будем молиться. Last passage I wanted to read, we're gonna. Это Евреям 12 глава 3 стих. Hebrews chapter 12 verse 3. Помыслите о претерпевшем над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Это 3 стих. 12:3. То есть тут написано, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание, как Христос претерпел. Consider the one that has taken so much dishonor upon himself. Чтобы вам не ослабеть. So you will not be discouraged. Иногда мы говорим, ой, мне так тяжело в жизни. In life we say it's so difficult for me. У меня так много искушений. I have so much temptations. У меня так много соблазнов. I have so much things to be offended about. Мне так много, с чем нужно бороться. There are so many things that I need to overcome. Есть другое место, которое написано, вы еще не до крови сражались, and подвязаясь против греха. Another verse in the Bible says, you have not fought until blood, trying to comprehend Christ. Если вы думаете, что нам тяжело, if you consider that you have such a hard time, Иисусу Христу было намного тяжелее. For Christ it was so much more difficult. Поэтому он и говорит, что подумайте, помыслите об этом. The author says, consider this. И когда мы сравниваем, есть такое выражение хорошее, все познается в сравнении. В сравнении. And, you know, there's a sentence that it says, everything is figured out through comparisons. И когда мы понимаем, как было тяжело Иисусу Христу, when we consider how difficult it was for Christ, то нам по сравнению с ним легко. Considering our life is a lot easier than it was his. Поэтому пускай это будет хорошее напоминание, чтобы мы продолжали бороться, работать над собой, каяться там, где нужно. Let this be a great remembrance for us that we need to continue to wage warfare, we need to continue to work on ourselves, and it's going to be difficult. И в заключение я хочу напомнить одну такую фразу, и мы будем идти к молитве. For conclusion, I want to quote something. Бог хочет, чтобы мы помнили о цене искупления. God wants us to remember the price of redemption. И зная это, продолжали освящаться перед Богом. And knowing these things, we continue to sanctify ourselves before God. Он хочет, чтобы его жертва стала нашей личной жертвой. He desires that his personal sacrifice becomes our sacrifice. Чтобы мы чувствовали цену за свои грехи. We feel the price for our sins. Представьте себе, что если бы вы жили в Ветхом Завете, can you imagine if you lived in the Old у вас Testament, там было несколько овечек. And you had a flock of sheep. Нет, давайте я по-другому скажу. Это будет более personal. I want to share something more personal. Здесь у людей очень много собак. We have a lot of dogs, right? Я сразу хочу пояснить, собак в жертву не приносили. Here's a disclaimer: you do not bring dogs. Чтобы вы неправильно поняли меня. So you guys would understand. Я хочу сказать, что люди иногда к собаке, кто их с домашнему животному, они очень привязаны эмоционально даже. There's a lot of people that are emotionally attached to their pets. В Ветхом Завете люди были эмоционально привязаны даже к своим домашним животным, как овечкам. In the Old Testament, a lot of people had emotional attachment to their flocks. Кто-то имел голубей. Someone had, you know, a group of doves. Но он понимал, что сейчас мне нужно это отдать в жертву. But they understood, I have to bring this as an offering. Представьте, что вы свою собаку любимую в жертву принесли. Can you imagine you have your favorite pet dog and you have to bring Потому it as an offering? Потому что у вас нету другого выбора. Because you have no other options. Я еще раз хочу пояснить.
В Ветхом Завете собак в жертву не приносили. I want to make another disclaimer. They did not bring an offering. Я просто делаю сравнение, чтобы вы почувствовали, как иногда было, как иногда люди были привязаны к этому. Им было больно от этого. I'm just making a modern day comparison to us and to them. It was very painful for these people to bring these offerings. Помните, когда пророк сделал иллюстрацию с Давидом? Can you remember the story of a prophet rebuking David? Как однажды богатый забрал овечку у бедняка, a rich person visited a poor person and he had которая вместе sheep. С ним спала, на груди у него написано. This one lamb was on his chest and sleeping in his household. То есть они были household. Настолько эмоционально привязаны друг к they другу. They were very, very close as an animal and a и богатый human его being. Забрал и заколол. And the rich person, when he was visiting, he took that sheep and he made a meal. Так иногда было в Ветхом Завете. And this is what happened in the Old Testament. И люди приносили, потому что они хотели получить прощение, спасение. Brought this offering because they really desired to receive forgiveness. Бог хочет, чтобы мы никогда, даже близко, не могли сравнить с животными жертву Иисуса Христа. God doesn't want us to even closely compare the offering of animals and the offering of Jesus Christ in His life. Это жертва совершенная. This is a perfect sacrifice. Но Бог хочет, чтобы мы ценили. But God also desires for us to value. Иногда были эмоционально привязаны к этим. Это правильно. Very often we're emotionally attached to this, and this is correct. Чтобы мы иногда прочувствовали это. So we can feel this. Всю ту боль, которую прочувствовал Иисус Христос. The pain that Christ carried in this life. А сейчас мы будем приходить к молитву, чтобы освящаться, просить благословения на то, что Бог благословил наше участие в Завете. In this prayer, we're going to be praying for God to prepare us to participate in communion and continue to sanctify us and work on our lives. Давайте мы встанем и будем молиться. We're going to rise up on our feet. We're going to commit ourselves to prayer. Боже, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты обновляешь свою милость для нас каждое утро, как написано в Твоем Слове. Мы благодарны Тебе за совершенную жертву, которую Ты принес за нас. Мы благодарны Тебе за тот второй шанс, который Ты дал нам, как человечеству, для спасения, для покаяния. Боже, мы не всегда это осознаем. Мы привыкаем к хорошему, мы привыкаем к тому, что Ты делаешь для нас, Господь. Но когда мы начинаем думать о том, что дьяволу не дано было права для покаяния, не было, было шанса ему покаяться, но нам дано это право, дан этот шанс от Себя, Господь, потому что Ты принес Себя в жертву. Ты согласился с волей Отца для того, чтобы прийти на эту грешную землю, пострадать за нас, пролить свою кровь, чтобы вступить с нами в Новый Завет, в котором мы можем иметь все, абсолютно все для нашей жизни и для спасения. Господи, и мы просим Тебя, согласно Твоего завета, мы всегда можем приходить к Тебе, чтобы получить прощение, чтобы получить благодать, помощь. И мы просим Тебя, Господи, освяти нас сегодня, чтобы каждый, кто желает сегодня прикоснуться к Твоему телу, к Твоей крови, прикасался с дерзновением. Приходил со священием, зная, что Ты верен, что Ты прощаешь наши недостатки, наши согрешения. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе за Твою жертву, совершенную жертву, Господь. Прости, что не всегда мы в состоянии оценить всю глубину, как тяжело мы достались Тебе, Господь. Но даже в том сознании, насколько мы можем оценить, мы хотим быть благодарными Тебе, Господь, за все то, что было сделано Тобою ради нас, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою совершенную жертву, за Твою пролитую кровь, которая сильно очищает всякий грех, всякое согрешение наше. И мы с дерзновением, приходя к Тебе, Господь, мы ожидаем Твоего благословения и Твоей помощи. Благослови, Боже, вторую часть, которая будет нашего служения. Пусть это будет для славы Твоей и для радости нашей. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Или, может, не надо, может, вместе будем петь, да? Самые лучшие песни в мире — «Кровь Христа». Гитары нет, да? Ну, слава Богу, Божья помощь. Кровь Христа омыла меня,
Кровь Христа освободила меня. Приступать, братья, пожалуйста, кто участвует, пройдите наперед, мы будем приступать к важной части этого славного служения. Вы знаете, если не это служение, то наша вера, она теряет весь смысл. Весь. Это есть начало всего нового, того, что ученики не понимали. Это есть те слова, которые говорили пророки,
И люди в окружении их, они не понимали, о чем они говорят. Однажды Иоанн увидел идущего Иисуса. Он говорит, вот он, Агнец Божий. Он не просто увидел в нем Сына Божьего, он увидел в нем Агнца. Эти люди понимали, что значит Агнец, о котором брат говорил. Эти люди понимали, зачем покупали, зачем приносили, зачем проливалась кровь Агнцев. Они все это прекрасно понимали. Но разве они не могли сопоставить вот эти истины, как Агнец есть человек, как Агнец есть в человеческой плоти? У Иисуса на сердце было большое желание, огромное желание. Они собрались в этой горнице. Иисус говорит им, я очень желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. У него на сердце было желание преломлять этот хлеб. У него было очень большое желание передать им эту чашу, чтобы они разделили ее между собой. Может быть, они никогда этого не делали. Может быть, они никогда не пили из одной чаши все вместе. Они просто умолкли. Наступила тишина. Они понимали, сейчас будет служение такого, которого не видела эта земля. Они вспоминали его слова из учения, они помнили, когда он говорил, как от них отходили 70, уже не, больше никогда не ходили с ним. Когда Иисус говорил о своей плоти, это, говорит, истинная пища. Когда он называл свою кровь, это есть истинное питье, они начали вспоминать. И что-то в их сердце начало происходить, когда он подводил их к значению, называя вещи именами. Мы будем с вами совершать это же самое служение. И Писание говорит, автор послания к евреям, что мы имеем такой жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Кровь животного выносилась во святилище. Но тело этого животного, которое приносилось из-за грех, оно сжигалось вне стана. И апостол, когда писал это послание к евреям, он говорил, мы имеем вот этот жертвенник. Наверное, речь идет о кресте Господа нашего, о котором апостол говорит, я хочу хвалиться им. Ничем больше, как крестом Господа. Он понимал, что на кресте это не просто было место, где Иисус Христос умирал, это был жертвенник. Это был жертвенник, и мы его имеем. И Писание говорит нам, чтобы мы вышли к нему за стан. Вы знаете, за стан выйти без веры невозможно. Эту привилегию каждому из нас явил сам Иисус Христос. Ангелы не могут выйти за стан. Ангелы желают проникнуть в эту тайну, но они не могут участвовать в том, в чем будем участвовать мы. Поэтому мы будем сейчас брать этот хлеб, мы будем преломлять его. Иисус сказал, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собою. Сказываю вам, что я уже не буду пить с вами от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И взяв хлеб, и возблагодарив, он преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Он заповедовал им, он указал им, то, о чем говорили пророки, о чем говорил весь Ветхий Завет, зачем приносились жертвы, зачем проливалась кровь, я есть. Каждая овечка, она говорила о нем. Мы будем молиться и просить у Бога благословения, чтобы Господь благословил, благословил
каждого из нас, что мы с верою, немало не сомневаясь, брали этот кусочек хлеба. Чтобы мы брали эту чашу, в котором Иисус Христос заключил с нами Новый Завет в Его святой крови. Вы знаете, Иоанн говорит, что если мы согрешаем, мы имеем умилостивление за грехи наши. Иисуса Христа, праведника, ходатая. Он называет его ходатай. Умилостивление. Брат передо мной говорил, остановить справедливый гнев Божий, умилостивить сердце справедливого Бога мог только Иисус Христос. У нас нет выбора. Мы остались без выбора. Кровь тельцов, кровь козлов, она приносилась только за соделанный грех, но природа оставалась быть та же. Природа зла, природа греха оставалась быть та же. Кровь Иисуса Христа, как чистого и непорочного агнца, она делает не просто меняет твою природу, она делает тебя в совести совершенным. Аллилуйя! Это есть сила. Это есть сила, когда ты, может быть, кто-то слабый в совести. Есть сила в крови сделать тебя совершенным в совести. Сделать тебя способным служить Богу, живому и истинному. Мы будем просить благословения за хлеб. Пусть Господь благословит. Просим благословения, Отец. Однажды ты сказал, плоть моя есть истинная пища. И если вы будете иметь, если вы будете есть плоть мою, вы будете иметь жизнь в себе. Ты сравнил свою плоть однажды с манной, которую ели отцы в пустыне. Ты сказал, они ели ману в пустыне, но не умерли. Хлеб, шедший с небес, таков, что едущий его будет жить им. Я есть хлеб, шедший с небес. Господь, в этом служении Ты предложил свое тело. Ты предложил самого себя, и мы, принимая веру, Господь Иисус, мы принимаем жизнь, мы принимаем истинную пищу, когда этот кусочек будет входить в каждого из нас, мы принимаем жизнь. И этим самым мы утверждаем тот завет, который Ты заключил с нами в Иисусе Христе. Это есть благодать. Это есть благодать. Это Господь никогда ни с чем неизмеримая милость, которую Ты явил к нам. Мы благодарим Тебя за тело Твое, за нас ломимое. Ты сказал, сие творите, когда будете есть в Мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, вы смерть Господню возвещаете. Доколе Он придет, мы благодарим Тебя, Господь наш. Мы просим Тебя, благослови каждого брата, благослови каждую сестру, чтобы они принимали с верою. Это служение связано с верою. Мы принимаем с верою и немало не сомневаясь, Господь наш и Бог наш. Ученики просто веровали в этой горнице. Многое было непонятно. Они просто принимали верою. Они просто верили в Твое святое Слово. Когда Ты им предложил чашу, когда Ты им предложил хлеб, они верою принимали. Господь наш, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, да придет исцеление в тела наши, да придет исцеление в души наши, да придет исцеление, Господь Иисус, в каждое сердце, кто будет принимать верою. За все мы Тебя благодарим, наш чудный Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И преломил, и раздал, и сказал, примите, едите все, сие есть тело мое, за вас ломимое. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. On the hill far away. Thank you.
the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. Когда Господь преломлял хлеб, когда Господь брал чашу, Он всегда благодарил. Он всегда благодарил. То есть, тем самым Он показывал состояние нашего сердца. Оно должно быть очень благодарным. Высшего служения на этой земле не ожидайте. Быть не может. С благодарностью сердца. И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою». Это важный момент. Хлеб разделяется между. Чаша разделяется между собою. Потому что мы с вами есть одно тело. Для них это было не совсем понятно. Позже они очень много увидят, поймут, Дух Святой им откроет эту тайну, которая умолчана от прежних поколений, Господь ее открыл святым апостолам. И ныне мы с вами будем разделять с благодарностью сердца, призывать благословение Господне на эту чашу, мы будем разделять между собою. Это важный момент в жизни нашей. Не просто где-то, но между собою. Иисус им сказал: «Я больше не буду пить от плода виноградного». Вы знаете, придет время, когда мы будем пить с Ним новое вино в Царстве Отца Небесного. Придет время, когда мы будем это разделять, эту радость. И радости этой не будет конца. Аллилуйя! Мы сейчас не можем передать, когда сердце твое наполняется трепетом, мы не можем передать ту славу, ту хвалу, ту благодарность, которую мы передадим Ему в Царстве Небесном, где это никогда не прекратится. Сегодня мы благодарим за это служение. Сегодня мы благодарим за служение Господа нашего Иисуса Христа. Он есть умилостивление. Он продолжает ходатайствовать. Даже тогда, когда ты оступаешься, когда ты согрешаешь, Он за тебя несет ходатайство. Пред Отцом Небесным Отец принимает жертву Своего Сына. Он удовлетворяет Своею кровью, Своим приношением, удовлетворяет сердце Отца и располагает его, чтобы Бог принял тебя и меня в Свою славу. Мы будем просить благословения Господа нашего, чтобы Господь благословил эту чашу, в которой Он заключил с нами Новый Завет. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Вся кровь животного, которая проливалась, она не могла сделать совести приносящего. Она не могла сделать великий Господь Иисус и очистить ни одного человека и освободить.
Все, что она делала, она покрывала преступление. Кровь Иисуса Христа, как чистого и непорочного агнца, который Ты принес самого себя в жертву за грехи наши. Господь Иисус, она делает нас совести совершенно. Она делает, Господь Иисус, природу нашу другой. Она меняет наш характер. Она меняет наше отношение к любым вещам. И мы благодарим Тебя за силу, которую Ты открыл для каждого из нас своей святой крови. Слава Тебе! Слава Тебе, Отец! Мы благодарим Тебя, что Ты принял жертву. Что Ты принял эту жертву умилостивления. Хвала Тебе, наш чудный Бог. Мы просим Тебя, да будет, Господь, страх и благоговение. Да будет благодарное сердце каждого, кто будет, Господь, принимать эту святыню. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Ты будь прославлен в этом служении. В народе Твоем, наш чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Всякий раз, когда вы пьете из чаши сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Принимать участие может каждый, кто заключил завет с Господом посредством водного крещения. У каждого завета есть свой знак. И один из знаков Нового Завета есть водное крещение. Это не выдуманное людьми, это установлено самим Богом. Поэтому все, кто заключили завет с Господом нашим, кто в мире друг с другом, тот может принимать участие. Если кто-то не вступил в завет, вы можете просто сесть. Мы будем также, начиная с этих рядов, проходите сюда, пожалуйста, участвуйте все с благодарным сердцем, с верою, немало не сомневаясь, и пусть Господь будет прославлен в этом служении. Thank you.
тьму скорбей, изведавши болезни. Он был презираем и унижен. Наказание мира на нем было. Ранами его мы исцелились. Принял он страдания добровольно. Как овца веден был на заклане, пред стригущими он был безгласен. Не было в нем вида ни величия. Пой, аллилуйя! Всякое колено перед святым именем Господним, перед Агнцем Божьим на заклане, умершим за наши преступления. Он в одежде обогрённой кровью, его имя — Слово Божье. Царь царей, сидящий на престоле, он грядёт, он первый и последний. Ой, аллилуйя! His tomb accused, be
a crown of thorns. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor up to thee. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Send of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that tree. Братья и сестры, все участвовали. Send of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that tree. See the stone is rolled away, behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised, he's risen from the grave. On that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid, it is paid in full, precious blood that my Jesus spilled.
Нашему Господу. Мы будем сейчас молиться, выражать радость, выражать восторг в сердце нашем, трепете. Это убеляет, это приготовляет, это освящает. Для славной встречи они убелили одежды свои. Кровью Агнца ей дано было время. Господь облекает нас, Господь убеляет, Господь приготовляет нас к славной встрече. Мы благодарим Тебя, Господь наш. Ты восприемлешь нас, Господь, как семя Авраамова. Мы благодарим Тебя, великий Господь Иисус. Имея такое служение на этой земле, мы предвкушаем то славное событие, которое будет совершаться в вечности, Отец. Когда мы будем пить в Царстве Отца Твоего новое вино, великий Бог, хвала Тебе, слава Тебе, поклонение Тебе. Мы будем переживать Тебя. Мы будем поклоняться, мы будем воздавать Тебе славу, мы будем полагать все, Господь Иисус, у ног Твоих. Ты достоин, вечный Царь славы, и Ты признан достойным, слава Тебе. Все небо признало Тебя достойным. Мы, Господь Иисус, принимая, великий Господь, эту честь от Тебя, мы кланяемся Тебе и воздаем Тебе, Богу, славу. Мы благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя за силу в Твоей святой крови. Мы благодарим Тебя за истинное питье. Мы благодарим Тебя за истинную пищу, которая в плоти Твоей, вечный Создатель. Хвала Тебе, слава Тебе, честь Тебе, поклонение. Да примет народ Твой исцеляющую благодать. Да примет народ, великий Господь Иисус, в одушевляющую эту истину, великий Господь, который оживляет нас, вдохновляет и дает нам новый приток силы, чтобы мы шли и приносили плод. Мы благодарим Тебя, великий Господь Иисус, за это славное служение. Благодарим Тебя, Отец, за кровь Твою, за нас пролитую. Благодарим Тебя за Твое ходатайство. Благодарим Тебя, что Ты умилостивляешь Отца Своего, что Ты располагаешь сердце миловать, вечный Создатель. Славу за все прими, наш чудный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Садитесь. Первая Петра, 2 глава, 14 стих, или 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. И 17 стих.
Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Интересно, что Писание говорит, чтобы мы почитали всех, да, особенно начальников на работе. Писание призывало рабов, которые, может, находились в рабстве, но которые приняли христианство, чтобы не бунтовать, не делать зло людям, которые поставили выше их. И христианство все время было основано на том, чтобы почитать людей, почитать государство, почитать людей, которые выше. Что интересно, что в притче мы находим, что chapter 3, 3 глава, 9 стих, здесь уже написано «Чти Господа от имения своего и от начатка всех прибытков твоих». Honor God with your possessions and with the first fruits. Интересно, что также мы можем чтить Бога от нашего имения, да? И может для нас очень тяжело понять, как вот может наш дом или наша машина, или вот валюта, да, вот зеленые бумажки, как они могут чтить Бога, да, и для нас это очень тяжело понять, как может материальные вещи иметь ценность в духовном, но Бог, видно, Бог, Он имеет почтение от даже вещей, которые материальные, то сейчас будет материальное служение, хотел, чтобы мы все встали, мы будем петь, и мы также будем участвовать в материальном служении. Thank you. There's power in the blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's time. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be wider, much wider the snow? There's power in the blood, power in the blood. Since they were lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you lift daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Praise God. Мы еще совершим где-то, может быть, две молитвы перед тем, как мы закончим. Я хотел бы пригласить Олега, Олег и Инна Куцер, и ваши дети. Эта семья желает вступить в члены нашей церкви, и поэтому мы, как церковь,
Помолимся, чтобы Господь их благословил. Вы согласны? Давайте мы встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за этот дом, за эту семью, за этих детей. Благодарим Тебя за это желание. Благодарим Тебя за Твою милость, которую Ты, Господь, являл им до этого времени. Мы просим Тебя. Научай, Господь, каждого из нас принимать друг друга, вечный Создатель. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, да приносят они плод. На этом месте, великий Господь, да служат они Тебе, Богу истинному. Вечный Создатель, Ты будь прославлен в этом доме, в этом служении, через ихние сердца, наш чудный Бог. И благослови их своим отцовским благословением, наш чудный Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Я хотел бы выйти всех... Ого! Я хотел бы, чтобы... Если вы не хотите уходить, оставайтесь, оставайтесь. Мы сейчас еще помолимся. Выходите, выйдите, пожалуйста, все, у кого, кто родился, кто крестился, даже кто женился в этом месяце, в сентябре месяце. Вы можете выйти сюда наперед, сентябрьский. У кого есть такая дата, которая запомнилась вам, может быть, кто-то родился свыше. Не обязательно родиться по плоти. Самое главное – родиться по духу. Аминь. Мы помолимся, как церковь, и благословим вас. Однажды Господь дал повеление об этом. Он вам всех давал. Жертвоприношениях повеление Моисею и Арону. И однажды Он сказал, Господь Моисею говоря, скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им. То есть произносились слова. Очень важно произносить слова, в словах благословения. От слов своих мы оправдываемся, и от слов своих мы что? Осуждаемся. Чтобы эти слова имели смысл, они должны исходить из сердца, слова благословения. Поэтому мы сейчас будем... провозглашать, то есть озвучивать то благословение, которое Господь просто повелением говорил Моисею передать это Аарону. Скажи Аарону, скажи сынам его. Значит, в этом есть смысл, передается из рода в род, из поколения в поколение слова благословения. Давайте мы благословим, помолимся. Господь, благодарим Тебя. За все, Господь Иисус, кому Ты подарил жизнь, кого Ты возродил, кто-то, Господь, вступил в брак. Мы благословляем их именем Твоим на основании Твоего Святого Слова. Мы просим и призываем Твое отцовское благословение на все дома, да будут благословенны, Господь. Эти мужья, эти дети, эти жены, эти дома во имя Твое мы просим Тебя в это смутное время. Пусть Твоя охрана, пусть Твоя милость, пусть Твоя забота, Господь Иисус, опочивает на сердцах их и на домах их. И мы благословляем их именем Твоим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Будьте благословенны. Садитесь. Братья братского совета, пожалуйста, мы проедем в мужской центр, там соберутся мужской и женский центр в одном мужском центре, мы будем молиться, мы совершаем молитву перед братским общением, братья братского совета, мы соберемся на братское общение в мужском центре, но прежде мы будем совершать молитву, мы молимся за каждого студента, чтобы Господь начатое у них дело производил до конца, это очень важный момент, чтобы они никогда не возвратились на прежнюю дорогу. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, проявите в этом серьезность и ответственность. Мы встречаемся сразу после служения в мужском центре сегодня. У нас ретрит, предстоящий ретрит. Кто-то едет завтра, кто-то едет во вторник будет исповедь проходить. Поэтому, служители, пожалуйста, мы вас приглашаем всех,
Братья, по возможности, если у вас нет возможности быть во вторник, пожалуйста, мы ждем вас в среду. Это забронированное место. Не будьте халатны, не будьте безответственны. Проявите ответственность в этом. Пожалуйста, мы просим. Там будут проводиться, преподаваться некоторые предметы для нас нужные, для нашего времени. Там мы будем иметь общение, там мы будем иметь молитву. Это в нас еще больше объединит, соединит. И я верю, что Господь нас в этом благословит. Пожалуйста, предстоящая неделя, завтра, завтрашний день, понедельник, отменяется молитва в связи с ретритом и праздником. Завтра праздник, молитву мы отменяем. Предстоящее служение в среду на этом месте также отменяется, связано с ретритом, потому что и центра, и школы все будут там. Отменяются два служения на этой неделе. Будьте внимательны. И меня просили еще объявить, если у вас есть желание учить детей своих украинскому языку в этой церкви, в среду начинаются занятия украинского языка. Хозяева церкви, как я понял, приглашают детей наших. Если у вас есть желание, родители, отнеситесь к этому серьезно. Мы сейчас помолимся. Перед тем, как мы закончим молитву благодати, мы помолимся за все ваши нужды, которые вы имеете, и за предстоящий ретрит. Пожалуйста, молитесь в домах. Если завтра отменяется молитвенное служение, помолитесь дома, склонитесь, примолитесь, призовите благодать. Мы в ней нуждаемся. Вы слышите? Мы нуждаемся в этой благодати, особенно в это время. Вы знаете, я на днях узнал, что в Библии 365 раз написано «не бойся». Господь позаботился о каждом дне твоей жизни, в твоем году. В этом году 365 раз, каждый день Он тебе говорит «не бойся, не бойся, не бойся». И так повторяется на каждый день. Если Господь будет говорить свое слово, Он тебе скажет «не бойся». Поэтому молитесь, чтобы мы, никто из нас не боялся. Аминь. Брат Лева сказал пару раз лидера. Все братья церкви, не только лидера, приглашаются на ретрит. Поэтому хотел бы чуть-чуть уточнить, что все братья приглашаются на ретрит. Все братья, да. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, мы просим Тебя. Мы ничего не можем без Тебя. И мы призываем Твою святую благодать. Пойди, будь, Господь, на том месте, о котором мы просим, о котором мы молимся, куда мы, Господь Иисус, созываем, чтобы весь мужеский пол, Господь Иисус, явился пред лицо Твое, чтобы получить благословение. Мы призываем Твою святую милость, Господь, и на эти дни благослови понедельник, благослови вторник, благослови, Господь, среду, благослови каждого, Господь Иисус, кто будет принимать участие, кто расположится своим, Господь Иисус, сердцем пожертвует временем. Мы призываем Твою святую охрану. Храни нас там, на том месте. Пусть Твоя благодать пребудет с нами. Предстоящие недели, да будет благословенно, когда народ Твой будет, Господь, в служении, когда народ Твой будет в трудах, когда народ Твой будет на работах, Господь, милость Твоя, да не отходит от домов наших и от работ наших. Мы благодарим Тебя, великий Господь, все нужды, которые мы имеем. Ты знаешь все переживания. Ты знаешь то, в чем имеет нужду. От Тебя нет ничего сокровенного, и мы просим Тебя, вникни, Господь Иисус, в переживания сердца каждого. И больше всего я прошу Тебя, возьми страх, который Господь Иисус просто овладевает сердцем человека, и удали его, чтобы все 365 дней в году, Господь Иисус, мы имели мир, мы имели радость, и мы были наполнены Твоим, Господь Иисус, покоем. Веди нас в Твой святой покой. Мы славу Тебе приносим за это славное служение, за это место, Господь, за это общение, за это время. Мы благодарим Тебя, наш чудный Бог, благодать Господа нашего, Иисуса Христа и общение
общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Мы ошибаемся, но, слава Богу, мы не унываем. Приветствуйте друг друга.